жіберді оған машинка. Кемеде кеш отыз жеті градус. Кеш бүгін оны кәк болды. Мен солай істесе шығы бауырым ауында. Кене босатсаң шы. Лен, вам не хватило, что Видите, как красиво в колоннах. Начинайте наше шли, начинайте наше.
Владимир Козлов пожарил. Гурбетте Азаматтар, гурбетте Достар, гурбетте Казак Хал, мен Орсата, жене Арине, мен Казак Азамат. Казак жер, мен жер. Наша власть сегодня относится к нашей стране как к своей колонии. Они выкачивают из нашей земли нефть, а деньги не закачивают в нашу землю. Они покупают землю на берегах Женевских озер и тратят на это десятки миллионов долларов, принадлежащих нашему народу. Сегодня кто-то сказал очень интересную фразу. Он сказал, что лягушки, кузнечики, тараканы и змеи начали мигрировать на север с казахской земли, потому что с юга приходят те, кто их съест. Наша задача не допустить такой ситуации. Наша земля – земля наших детей. Наши предки оставили эту землю нам для того, чтобы мы передали ее своим детям. Біздер Казах хан, біздер Азаматтар, біз мықтымыз. Алға! Мына биліктің заңсыздығы, биліктің халықпен санаспаулығы тек қана партиялар емес, сонымен көптеген қоғамдық ұйымдарды дүниеге келтірді. Сол ма? Ассаламу алейкум, қазақ елі қазақ жері аман болсын. Кел дегендесе. Кеттік жігіттер жүрегенді.